Здравствуйте, друзья! Запоздалый обзор обновления NVE решил сделать для вас. Трудно мне это решение далось, но, как видите, слово держу и с завидной регулярностью, очень надеюсь, радую вас обзорами этих обновлений. Если не радую, то зачем я все это делаю? Ну чё, погнали! Чего же начать? Начну, пожалуй, с неоновых заправок. Мне они понравились. Получилось что-то такое в стиле Need for Speed, но, как всегда, автор мода бросается во все тяжкие. Это, как знаете, Razer'а спрашивают, сколько нужно фиолетового в NVE. И Razer отвечает «да». Тут как бы просьба отойти от экранов эпилептиков и вообще людей, у которых могут быть срывы или припадки от обилия неоновых вывесок вокруг. У Razer'а прям огромный интерес ко всему мигающему, светящемуся. К слову, то, что было для элиты за 15 баксов, теперь доступно и бомжам с 10. А именно анимация лампочек возле стрип-клуба. Дождались. Но не спешите радоваться, для элиты за 15 бачей все еще остались плюшки в виде мотоцикла из киберпанка и куска дороги около дома Франклина и в аэропорту. Возможно, у вас возник вопрос, нахрена мне этот неон? Ну тут как бы ответ прост, ты че, ретро-вейв не любишь? Че? Кстати, помимо неона появились прожекторы, которые светят в небо около стадиона, а в бизнес-районе анимированные лазеры. Смотрится прикольно, но мне не уперся вот этот вот шедевр, где моя графика за 800 рублей. Изменения замечаешь с наступлением ночи. Сразу бросается в глаза огромная работа со светом. Такое ощущение, что Razer посмотрел мое сравнение и исправил некоторые недочеты, озвученные мной. Но он все еще не исправил баланс самих погод. Правда, уже все выглядит гораздо лучше. Над освещением действительно работа проделана внушительная, и выглядеть все стало более реалистично, но местами ярко, особенно в районах ретро-вейва. Тут из крайности в крайность, то слишком ярко, то слишком темно. Как-то не получается у мододелов прийти к золотой середине. Мне очень понравился свет в тоннеле Дель Пьеро. Заметьте, не свет в конце тоннеля, а свет в тоннеле. Опять-таки, я обращал внимание на то, что в тоннелях у NVE все плохо, но теперь буду часто ездить по этому тоннелю в GTA 5 туда и обратно, чтобы, так сказать, наслаждаться этим желтым светом. Правда, помимо него есть еще множество других тоннелей, ну да ладно, главное начать, а доделать можно уже и потом. Если серьезно, освещению жирнющий плюс, ушли эти ужасные пересветы на белом, все стало мягко и красиво, доработали эффект мерцания ламп, по мне так с мерцанием борщинули конкретно, и еще момент, ехал я такой мимо кондишенов, а из них дым валит как из пароходов. Чет намешал Кулибин лишнего походу. Травку жевал. Добавили капли дождя, как у модного нынче кванта. Да не просто добавили, капельки перестают работать, если в помещение зайти. Естественно, как и у кванта, данный эффект привязан к ENB. Многие в комментариях к моему видео со сравнением NVE и кванта писали, что мол у последнего FPS вообще на нуле, а у NVE хороший, стабильный, а в квант играть невозможно. У меня вопрос, вообще играли когда-нибудь NVE с включенным ENB? Motion Blur. Так установите ENB и средний пресет Motion Blur, а потом сравните, где FPS круче, или это сделаю я. Нет, делать этого не буду, конечно же. Да еще и не забудьте сравнить, у кого Motion круче. Если что, я это сделал вот там вот подсказки, ссылка на видос, где я это сделал. Ну а если играть без ENB на NVE, то у вас будут дикие пересветы в помещениях, на вывесках и в солнечную погоду. Да вот не даже вот, с ENB вот есть, вот так, если вот честно. Так вот, так вот. Ну давайте вернемся к каплям на наших с вами мониторах. Непонятно, что они привязали с этими соплями на экране. Что за фетиш такой? Сейчас, наверное, каждый мод на графику будет с этим эффектом. Но если сделают анимацию попадания на экран всякой мошкары и жучков, там будет круто. А если еще от первого лица это будет все на лобовом стекле, и после этого можно будет включить дворники и размазать все это говно по стеклу, вообще топчик. Еще одно революционное нововведение, от которого у вас челюсть отпадет, это просто реалистичный свет фар, который у меня почему-то не работает, хотя все включено. Я серьезно, вроде как должна быть небольшая туманность от фар, но у меня ничего нет, хотя все правильно сделал. Ну и ладно, может у вас все работает, отпишитесь в комментариях, если не сложно. И вы такие, наверное, ничего себе, сколько изменений, но это еще не все, сейчас будет вообще бомба. Вы готовы? Лучше приготовьтесь. Сядьте лучше сразу на пол, чтобы не упасть со стула. Новые текстуры некоторых деревьев и кустов. Бэм!
А еще можно, и это важно, прыгнуть в кустик, и персонаж такой начнет шататься, типа запутался в листве. А это на минуточку геймплейные изменения и очередной шаг к реализму. Но вот представьте, бежите вы по сюжету за злодеем, а он через листву путь сократил. Вы за ним запутались, упали, он убежал, все как в жизни. Попробуй через такой куст прыгни, посмотрю на тебя, как ты не упадешь. Также добавили пальмы в виде, ну в общем, вот такие вот забавные пальмы. Можете написать в комментариях, на что они похожи. Я, честно говоря, не знаю. Снова где-то добавили новую дорогу, правда хрен знает где ее добавили, по 5 метров дороги добавляют раз в месяц, потом ходи ищи по всему Лос-Сантосу, где этот кусок параллакса. Но я все-таки нашел, вот она черта, и переступив ее, я окунусь в мир HD текстур и параллакса, ультрареализма и рельефа. Чувствуете, как все поменялось? Если не чувствуете, значит вы не заплатили за этот мод 800 рублей. Вообще, последнее время дороги делают только для платиновых, поддержавших этот амбициозный, не имеющий аналогов в мире мод. А еще мне очень тяжело делать видео по NVE, потому что, ну, очень часто вылетает мой комп i7 1080 Ti, не справляется с этим никсгеном, а на минуточку 1080 Ti на Авито стоит 50 косых. У меня квант не вылетал вообще, NVE с завидной регулярностью вылетает. Но стоит отметить, это из-за быстрого перемещения по карте, что для меня необходимо, ведь я делаю обзор. Поэтому, наверное, это не критично для рядового игрока. По итогу, единственное, что мне прям очень зашло, это ночи и освещение. Не на всех погодах, очень хороша погода, оверкаст и гроза, именно ночью. За счет свечения луны все смотрится максимально круто. Хотя, казалось бы, откуда там луна, если все заволокло облаками. Ну да ладно, хорошо и хорошо. Кстати, нечто похожее было и в ремейке, на который у меня есть обзор. Там вот подсказка. И не исключено, что автор данного мода, кстати, собирает успешные и хайповые идеи вместе. Пример, те же капли дождя, которые были у Кванта. На данный момент Квант для меня предпочтительней. Чуть позже сделаю опрос на своем канале в сообществе, какой же мод лучше для вас. Там и узнаем мнение большинства. Ну вот и все, о чем хотелось бы сегодня рассказать. Залетайте в Discord, делитесь скриншотами. Скриншоты, кстати, я очень часто смотрю. Не знаю, нравится мне это дело. Ну и делаю их тоже часто. Задавайте свои вопросы. Надеюсь, видео вам зашло. Всего вам доброго и до встречи в новых видео.